Всем привет! Продолжаю снимать видео про историю с планшетом. Вот такое видео было загружено, как вернуть бракованный товар в Китай, про планшет. И оказался этот планшет глючный. Отправлял я его обратно в Китай на возврат денег. Будем мы начинать процедуру отправки в Китай товара. На этот раз это... Вот тут можете посмотреть это видео и узнать предысторию. Значит, там были глюки с зарядкой, он не включался. И... В общем, было принято решение его не ремонтировать, хотя велся спор, тут тоже все в видео это есть четко описано. И было принято отправлять его назад. Когда я отправил и вот на почту я отправил, да, дали мне трек номер, мне на это давалось 10 дней. Я вот это все написал, трек номер написал, что Укрпочта, и счетчик начал считать обратно уже не мне 10 дней, а продавцу 30 дней. 30 дней проходило, значит, 19 марта вот там было движение по Украине, 19 марта было последний раз зафиксировано движение в Киеве, и он исчез, планшет. Все, он где-то ходит, ну как обычно, как и китайский товар едет к нам, тоже по Китаю там где-то трекается, и потом уже в Киеве. А вот это промежуточное время его нигде не видно. Так и здесь, вот до сих пор его нету. Срок вот этот вышел, и я думал, что китаец будет действовать так, как мы действуем. Там открываем какой-то спор, продлеваем этот срок доставки, как-то там договариваемся, вот это ведется обсуждение. Ну, то есть то, что делаем мы. В итоге я очень испугался, когда увидел вот такое. Продавец от меня, когда вот прошел 30-й день, все, 30-й день прошел, он планшет не получил. И у меня статус заказа вот такой. Продавец отменяет получение товаров. И все. И все. Ничего я не могу сделать. Превышено время, вот пишет. Превышено время ожидания по получению товаров продавцом. Я ничего не могу сделать. Нету никаких больше кнопок, никаких воздействий. Там открыть спор, закрыть спор, где-то пожалуйста, ничего нет, спор закрыт, пишет. Вот, что я делаю? Я испугался, подумал, что он не получил товар, закрыл это дело, планшет где-то гуляет, никаких денег мне не вернут. Я обратился, вот здесь есть помощь, онлайн-чат на сайте AliExpress. Я задал вопрос, описал вот эту всю ситуацию. Мне ответили, не волнуйтесь, пробили по номеру заказа, сказали, что все, ваш вопрос решен положительно, и деньги вам вернутся. Ну, просто, говорит, нужно подождать там какое-то количество времени. Вот теперь я на страничке заказа. Прошло некоторое количество времени, и вот, как видите, стадии возврата. 14 апреля... Возврат утвержден, обработка средств, и 19 апреля возврат завершен. То есть все деньги полностью вернули мне на карту. Что лишний раз подтверждает, что AliExpress надежный сайт. Рекомендую вам пользоваться. Это самый надежный из всех китайских сайтов. Здесь всегда стоят на защите прав именно покупателя. Ну, вот сколько я не сталкивался. Всегда на моей стороне, всегда сам сайт AliExpress. И продавцы очень боятся любых там негативных отзывов, ну, любых воздействий сайта на них. То есть можно с этим всем бороться, с китайцами. Вот, так что если у вас случится такая ситуация и увидите вот такое сообщение, сразу не пугайтесь, пишите в службу поддержки. Они по
номеру заказа, вот номер заказа, проверят все и дадут вам ответ. Скорее всего, положительный, если вы все сделали правильно, все отправили как надо. Все, спасибо всем за внимание. Пока-пока.